Документы. Ну и бюрократ же ты, Кравчук. Я каждый день езжу, и каждый день ты у меня документы проверяешь. Служба такая. Гриша, докончай там с баками, пусть едет. Осторожнее, товарищ капитан. Радиостанция «Юность». Говорит радиостанция «Юность». Милиция? Милиция. Будем говорить с главным дежурным. Дежурный по управлению Стрелецкий, слушаю вас. Так. Хорошо. Понял вас. Внимание! Дежурной оперативно-следственной группе
явиться в дежурную часть для выезда на место происшествия. Повезло вам, Татьяна Семеновна. Первый день у нас в отделе и сразу выезд на происшествие. Да, давненько я на дорожные происшествия не выезжал. Да ладно, хоть свежим воздухом подышим. Я в прошлую субботу у приятеля был на даче. Шашлыком угощали. Эх, живут же люди. Каждую субботу и воскресенье на природу. Так, кажется, подъезжаем. Похоже. Татьяна Семеновна, у меня к вам просьба. Вы там пощелкайте немного фотоаппаратом. Ну, эксперты, конечно, уже поработали, но шеф любит, чтобы все было свое. Хорошо. Ладно? Старший лейтенант Звонарев. Капитан Крошин, ну что у вас? С первого взгляда нам показалось, что это обыкновенный наезд. Потерпевший стоял в стороне на съезде грунтовой дороги. Водитель выходил из машины или этого не установишь? Отчего же? Грунт здесь мягкий. Следов выхода нет. Коль, займись. Ну как он? Здравствуйте. Здравствуйте. Перелом бедра и травма черепа. Хорошо, что еще упал не на твердое, но определенно пока ничего не скажу. Ну что? Он стоял там. Получается, что не проходил, а именно стоял, словно ожидал кого-то. Ну что еще? Три окурка сигарет Винстон, а сбившая машина как бы вильнула специально. А эта грунтовая дорога куда ведет? К станции. Думаешь, оттуда шел? Возможно. Надо вызвать собак, проверить след. А я пока посмотрю здесь кругом. Возьми фонарик в машине, у моего батарея подсела. Ладно. Здравствуйте. Его фамилия Торчинский. Торчинский Олег Николаевич. 1946 года рождения. Работает в универмаге, зав. Отделом дамской обуви. Здравствуйте. В момент наезда при нем находились. Записная книжка, зажигалка, сильно опустошенная пачка Винстона, бумажник с 65 рублями и расческа. Кстати, блок Винстона у спекулянтов 25 рублей. Ты поинтересуйся в ОБХС, нет ли у них чего по этому универмагу. Есть. Да. Ночью прошел дождь. Поэтому следы смыло, но стоял он вот здесь. Удалось установить, что к шоссе он прошел от
станционной платформы. Похоже, что намеревался с кем-то встретиться. Во всяком случае, стоял в ожидании. Здесь ночью никто не работал? Нет. В записной книжке обнаружен листок с планом не то строения, не то квартала. Но, во всяком случае, это не схема подхода к шоссе от станции. Тут рядом с рисунком Торчинского что-то написано. Ты разобрал? Домкрат, лом, носилки, лопаты. Да. Похоже, что написано не его почерком. Похоже, похоже. План нарисован шариковой ручкой, а надпись сделана обыкновенными чернилами «Радуга». Да. В больницу звонил? Да, звонил. Состояние по-прежнему тяжелое. Дважды приходил в сознание, но ненадолго ничего не говорил. Значит, так, если кто-нибудь будет интересоваться здоровьем Торчинского, пусть сообщают, что он без сознания. Ясно. Распорядись об этом. ГАИ что-нибудь подбросило? Дежурившие вчера на КП сообщили, что проходило несколько волк. Но шоссе оживленное, никаких точных данных нет. Понятно, понятно. Все время держите связь с больницей. Как только врач разрешит, я хочу побеседовать с потерпевшим. Товарищ полковник, мы разделимся. Я поеду поговорю с ребятами из БХСС, а Николай подежурит в больнице. Ну что? Подежуришь, подежуришь. Действуйте. Ни пуха, ни пера вам. Я поехал в местное отделение. Да, Татьяна Семеновна. Мне звонили от дежурного, просили поговорить с какими-то семьей каких-то Дроздовских. Я обещал их принять. Они будут в 17:00. Вы поговорите с ними, хорошо? Хорошо, Константин. Ну, вот и прекрасно. Курите, курите. У нас, к сожалению, курящий коллектив. Мы сейчас живем на даче. Дача у нас в поселке Бирюзовый. Дача небольшая, но очень уютная, с верандой. Неделю. Да, неделю назад Илья остался ночевать в городе. У меня проект. Да, я не боюсь ночевать одна. Хотя начиналась гроза, я легла спокойно спать. Разбудил меня гром. Я встала. Вспомнила, что забыла поставить ведро под водосток. Говорят, дождевой водой полезно голову мыть. И пошла на веранду. Илья! Я закричала, забыла, что мужа нет. А потом, когда вспомнила, еще больше испугалась. И так тряслась, что не могла заснуть до утра. Могу представить, я бы тоже не смогла заснуть. А разглядеть вам его не удалось? Ну, конечно, нет. Только лицо какое-то очень страшное. И такое широкое. Широкое лицо – это уже кое-что. А каково ваше сообщение, Илья Аркадьевич? Ну, я должен сказать, что я был сначала склонен к тому, что все это у Ирины навеяно сном и грозой. Но вот третьего дня я возвращался поздно от соседей. Не как обычно, а задо, что ли, стыло. И вдруг я увидел в штакетнике пролом. Ну, сначала я не придал этому особого значения. Сам в этот проем, в лес. А там трава, ступаешь тихо. И вдруг я вижу, у кустика человек сидит, пригнувшись. Такое впечатление, как будто он или подслушивает, или подкрауливает. Молодой такой. Не дурен собой. Одет хорошо. Даже какое-то сначала сомнение испытал. Растерялся даже. Вот. Ну, а потом он прокрался до угла. И когда я пошел следом, там уже никого не было. Ну, видимо, он прошел через калитку. Скажите, а ваша дача близко от шоссе? Недалеко. Простите, у вас есть небольшой листок бумаги? Я нарисую. Я архитектор. Мне просто так легче рассказывать. Пожалуйста, возьмите. Благодарю вас. Ну, значит, вот эту дачу мы купили год назад. Значит так, вот здесь идет шоссе, вот шоссе,
Здесь разные посадки идут вдоль шоссе. Две дачи, забор идет. Здесь сарай, вот он, и калитка. От калитки до залива, ну, метров 400. Вы знаете, я просто ума не приложу. Кому и зачем нужно за нами следить? Вы знаете, так страшно было. Я теперь одна никогда не останусь. Ну, бояться не надо. Дадим указание в местное отделение милиции. Сами проверим. А художественные ценности на даче есть? Может быть, картины, фарфор? Да ну что? У нас в городской-то квартире ничего нет. Да. Вот не понять ничего. Поэтому мы обратились к Зарубину. Ну, то, что обратились, правильно сделали. Постараемся разобраться. Ваш пропуск. Спасибо. Сейчас я напишу телефон. В случае чего звоните. Всего хорошего. До свидания. Не тревожьтесь. До свидания. До свидания. Всего доброго. Спасибо. С места работы. Как слышите меня? Прием. 12-й, вас понял. Продолжайте дежурство. Ситуация меняется. Едем в универмаг. Такие, только 35-й. Да. Простите, добрый день. Здрасте. Здрасте. А где Торчинский? Торчинский? Я не знаю, по-моему, его не было. Девушка, сегодня. Вот она. А мне ну, он что, очень видите, нужен. 35-й. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Мне Маша. Машенька, вы не поможете мне его найти? Алла, девушка, какой это размер? Девушка, ну что, вы сами посмотреть не можете. 37-й. А эти поставьте на место. Спросите, пожалуйста. Алла, ты не знаешь, Олег Николаевич был здесь сегодня? Не знаю. Видите, ничего не могу вам сказать. Понимаете, извините, пожалуйста, но мы сегодня договаривались встретиться. Дело очень важное. Знаете что? А, у него в отделе тканей приятель работает. Может, он а знает. Как приятеля зовут? Зовут Карпов Анатолий Игорь Анатольевич. До свидания. До свидания. Ну, девушка. Извините за беспокойство. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Николаевич к вам не заходил? Куда, ко мне? Да. Нет, зачем? Девочки из Обувного сказали, что он может быть у вас, а мне он очень нужен. Я в Питере проездом, времени в обрез.
Смирнов из внешпоселторга. Карпов. Старый приятель Олега. Не вспоминал он меня? А, да-да, кажется, что-то было. Ну, видите. Не помню, когда. Его сегодня нет. Ну, что делать, навещу его дома. Мне тут надо ему кое-что передать. Он не дома, он. Я хочу сказать. Ну, так и скажите. Ушел с девушкой в подполье, я ж пойму. Будьте любезны, вы мне черкните ваш номер телефона. Если я его не найду, пожалуйста, я свяжусь с вами. Карпов. Игорь Анатольевич, подпишите, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ну вот. А теперь, Игорь Анатольевич, расскажите мне, где ваш приятель был вчера поздно вечером. То есть как где? Я не знаю. Да почему я? Не знаете, но почему, не встретив его сегодня, вы начали по больницам звонить? Скажите это. Вам знакомо? Послушайте, вы кто? Я сейчас. Нет, нет, вы не спешите. Если вы за милицией, то я уже здесь. Мы вот как поступим, Игорь Анатольевич. Вы скажете своим, что отлучитесь ненадолго и поедете со мной. Машина вас ждет внизу. Действуйте. Значит, Торчинский не сказал вам, где находится эта дача? Нет. И что там спрятано, вы не знаете? Нет. Сергей. Выпейте. Спасибо. Я ему говорил, я его предупреждал, что это все плохо кончится. Ему показалось, когда он там был последний раз, что там кто-то был. Ну, не хозяева, а еще кто-то. Я сумбурно, да? Рассказывайте, как рассказывается. Мы поймем то, что нам надо. Так что ему показалось? Олег поехал туда вечером. Слушай, мы на субботу никого не приглашали? Кажется, нет, а что? Да у стариков годовщина, да я забыл. Обязательно надо приехать на семейный пирог, иначе обидеться. Ну, поедем, если надо. Кстати, можно вернуться в воскресенье, захватим чистое белье. Хорошо, хорошо. Кто-то говорил о чае, мне показалось. Сейчас. Вот смотри, сколько мошкары налетело. А, сейчас. Сейчас. Значит, он никого не заметил. Никого. Еще смеялся, что у страха глаза велики. Когда он вам рассказал об этой поездке? Тот же вечер? Да, в ресторане. Он позвонил и пригласил в ресторан. Ну, я сказал жене, что у меня важное дело. В общем, мы встретились. Вдвоем? Сначала вдвоем. Слушай, а если они вернутся в субботу? Перестань ныть, а то возьму другого компаньона. Что нам понадобится? Записывай. Домкрат, лопат, лом. Носилки какие-нибудь? Записал, давай. Сейчас попрыгаем. Прыгай сам. Мне домой пора. Меня Катя ждет. Да, и если в субботу понадобится машина, нам нужно еще с отцом договориться. Успеешь. Давай лучше выпьем. Для профилактики против гриппа. Прошу вас. Между прочим, за ваш стол просятся две дамы. Не возражаете?
возраст не пенсионный. Ну что вы, полный пора. Тогда сажайте. Слушаюсь. Слушай, я пошел. Если ты уйдешь, я напьюсь. И попаду в отрезвитель. И меня будут разбирать на собрании профгруппы. А в стенгазете появится заголовок. Он позорит трудовой коллектив. Ладно, посижу ради тебя, Болтус. Умница ты моя. Перестань. Тамара, смотри, у всех на глазах. А что вы имеете против? Нет, слушай. Что уж, нельзя трудящимся поцеловаться? Ну, почему? Мы, в принципе, за. Другой расклад нас тоже устраивает. Прошу. Игорек, пока Тамара и... Лариса. И Лариса изучают меню, кликни нашего стюарда. Напитков катастрофически не хватает. Так, чем занимаемся, девушки, свободное от отдыха время? Работаем. И учимся. А, в ногу с эпохой. Как говорится, учимся у жизни, работаем над собой. Именно так. А мы с Игорьком тоже сознательные. Но мы коммерсанты и нигде уже не учимся. Это было позавчера. А вчера вы не виделись с этими девушками? Нет, что вы. Я не виделся. А Торчинский? В том-то и дело. Понимаете, когда мы позавчера расставались, я завез Тамару и поехал домой. А Олег поехал с Ларисой. Он к ней поехал. Это он вам сказал? Да. Вчера, после работы. Девушки, ты видел, а? Слушай, Олег, я тут еще подумал, и вот что. Может, нам не связываться, а? Сообщить милицию? Ну, ты спятил, ей-богу. Ну, сообщи. А если там нет ничего? А если есть? Что, все дяде отдавать, а? Вот, смотри. Вот, смотри. Сейчас отпускаю палец. И на конце провода юрисконсульт Госбанка. И он сообщит тебе, что если ты находишь клад, 25% твои. Хочешь? Да брось ты, вечно у тебя новые хохмы. Тогда готовься к субботе. Возьми машину отца. Хозяев дачи не будет. И все получится тип-топ. Ребята, вы звонить будете? Будем. А я покувыркаюсь сегодня. Поеду за город. Опять туда? А, на дачу, конечно. Но к Ларисе. Значит, этот разговор был вчера. И вчера же он должен был выехать за город для встречи с Ларисой. Да. Девицы интересовались вашими адресами, местом работы? Нет, адресами нет. Вот насчет того, где работаем, был разговор. Ну, а если вашему другу предстояло приятное свидание, почему вы так волновались, когда он не вышел на работу? Я не знаю. У меня были дурные предчувствия. Эти девушки вам не звонили больше, одна или другая? Нет. Правда нет. Я ничего не скрываю. Я вам верю, верю. И в случае, если позвонят, обязательно постарайтесь добиться свидания. Намекните на чувства, пообещайте достать что-нибудь. Вы меня понимаете? Да-да, конечно. Если позвонят, то обязательно добьюсь. Вот и хорошо. Сергей Корнеевич, отметьте пропуск товарищу Карпову. Пока мы беседовали, рабочий день закончился. До свидания. До свидания, товарищ полковник. Да, о нашей встрече ничего никому. Что вы, я никому. Я понимаю. До свидания, товарищ полковник. До свидания. Спасибо. Скажешь Лохову, пусть за ним посмотрит.
Будьте добры, ленинградскую, пожалуйста. Комсомольскую. Смена, пожалуй. Сколько я вам должен? 6 копеек. Хорошо, спасибо. Вон он, видишь, в светлом костюме с газетами. Вижу. Ну? Ну, я пошел. Давай. Догоним грузовик. Налево, направо. Направо. Татьяна Семеновна, волнуетесь? Да нет, ничуть. Ну, а если честно? Ну, если честно, то немножко. Ну, все будет в порядке. Там, если что, Литвиненко рядом. Но ни пуха, ни пера, работник торговли. Угу. Спасибо. До свидания. Не спасибо, а к черту. К черту.
Нет, нет. Помню их хорошо. Можно сказать, отлично. Веселые молодые люди. И выпить мастера. Но вели себя, как говорят, культурно. Ничего не могу сказать. Володя, смотри, открываться не пора. Да нет еще. А вы не помните, они одни сидели? Столик-то на четверых. Ну, как же одни? Бывают, правда, парочки, которые в одиночестве хотят. Ну, делают вид, будто ждут кого-то. Мне хоть это и не выгодно, но по-человечески понятно. И против плана иду навстречу. Беру на веру, что ждут. А вот к этим сразу две девицы подсели. Их знакомые? Видите ли, есть такой сорт дамочек, которые к ресторану привычные. Из постоянных. Но они заметили, подсели они случайно. Как же не заметил? Были еще места? Да. Но одна из них, которая по бедовей, ну, жгучая такая, спрашивает меня, не откажите в любезности, спросите, можно ли к ним сесть? Те, ну, вот эти двое, уже были в приличном градусе и согласились дорогой душой. Ну, а после этого вечера вы этих девиц не видели? Ну, я имею в виду здесь. Ну, да. Так где же, как не здесь? В свободное время я семьей занимаюсь. Нет, не приходилось. Просто внимания не обращал. Если вас эти дамы интересуют, приходите. Посидите, если время будет. Я вам их покажу, если увижу. Вон он. Значит, очень недолго. И следите за мной. Как только я подам знак, разговор сразу прекратить. Конечно, доктор. Это к вам. Из милиции. Хорошо. Хорошо, что пришли. Я хочу сказать. В тумбе, на даче. Понимаете? Я вас хорошо слышу и все понимаю. В доме на даче клад. Это я сделал заявление. 25% мои. Ясно, ясно, спасибо. Конечно, вы не запомнили номер машины? Нет. Нужно мне вытащить клад. В субботу на даче никого не будет. Все уедут. Хорошо, хорошо, хорошо. Скажите, где находится дача, в которой вы искали клад? Заканчивайте. Нет, никому. Пора, пора, мне, пошли. Мне 25%. 25% мне. Я попросила сестру записывать, если он станет говорить. Сестра толковая женщина и понимает важность поручения. Спасибо. А каковы у него шансы? Шансы? Жить он будет. Об остальном трудно сказать с уверенностью. Понятно. Спасибо вам, доктор. Извините. До свидания. До свидания. По-моему, хорошо. Тогда я возьму их. Берете, да? Да. Там в справочном какой-то человек Карповым интересуется. Карповым? Да. Иду. Девушка, эти мне тоже не подходят. А эти? Эти я уже видела, они мне не идут. Ну, приходите в конце месяца, может, удастся что-нибудь подобрать. Да, но я хочу еще посмотреть. Девушка, ну вы присмотрели все из вашего размера. Другого я ничего предложить не могу. Пожалуйста, не грубите мне. Я грублю? Мне это нравится. Это вы отнимаете у нас рабочее время. Так, позовите заведующего. Его нет. Прячьте. Я же вам русским языком сказала, его нет. Не иначе, как в европейской обедает. Как вам не стыдно? Он в больнице. Хорошо, я вам покажу сейчас.
Что ты имеешь? Об этом же велели молчать, дурёха. А что я такого сказала? Ну, это же она, брюнетка. В чём дело, девочка? Ой. Понимаете, была и ушла. Как ушла? Понимаете, куда? Туда. Она не сразу, Олега Николаевича спросила. Я помню, в чем она была одета. На ней была коричневая юбочка с жилетиком. Пойдём, по пути расскажешь. И серебряная кофточка с большим бантом. Работаем не просто плохо, а безграмотно, непрофессионально. Вот что обидно. Промах за промахом. И промахи непростительные. Для Татьяны Семеновны, по крайности, извинительные причины есть. Но свой отдел, свой пост вы не имели права оставлять, не предупредив Литвиненко. Я понимаю, что виноват, Константин Иванович. Это я виноват. А, какое обилие и благородство. Остается теперь нам с Лоховым взять на себя ошибки друг друга и посыпать голову пеплом. Смешно? Пойди еще в цирк. Попрыгай там на мотоцикле. А преступники тем временем пусть творят свои дела и посмеиваются над нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Карпова. Екатерина Викторовна. Угу. Не ошибаюсь? Нет. Зарубин Константин Иванович. Пришел вашего мужа проведать. Как он? По-моему, ничего. Рассказывает о себе как герой. А что, разве не похож? Не очень. Он у меня вообще-то мямля. Его кто угодно вокруг пальца обведет. Сейчас я его кормить буду, героя. Екатерина Викторовна, извините нас. А, ухожу. Всего несколько минут. Разговаривайте. Игорь Анатольевич, пожалуйста, припомните еще. Не объяснял ли вам Торчинский, как он узнал о кладе на даче? От кого? Записку нашел какую-то. Записку? В записке все и было сказано. А где нашел, не говорил? Не знаю. Угу. Нет, я правда не знаю. Я верю, верю. Скажите еще, может быть, вы говорили при тех девицах из ресторана, чем намерены заняться в субботу? Да ну что вы. Мы вообще в тот вечер не говорили о деле. А Олег так он никогда ничего. А как он, товарищ полковник? Да плохо. Вероятно, останется инвалидом. Такие вот получаются результаты от шалости складоискательством. Вы их не задержали? Пока нет, и поэтому очень важно разыскать девиц. Лариса, где она работает, где живет, не говорила? Говорила и о работе, и о том, что где-то учится. Но это, по-моему, так, для красного словца. Для красного словца. А вот где живет, не слышал. Спасибо. Ну что ж, поправляйтесь, Игорь Анатольевич. Набирайтесь сил. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Ты не спишь? Есть хочешь, Игорек? Поведай домашним. Подожди, Катя. Константин Иванович уехал. Уехал, я в окно видела. Ну что ж ты. А что? Позвони немедленно. Позвони, скажи им. Олег поднимал тост за субботнее торжество хозяев дачи. Запомни, при всех говорил, за субботнее торжество хозяев дачи. Беги, беги, звони. Сегодня у нас четверг. Зарубин, минуту. Татьяна Семеновна, вас. Извините, Константин Иванович. Да. Здравствуйте, Илья Аркадьевич. Одну минуту. Это Дроздовские. Я надеюсь, что к вечеру... Да-да, записываю. Крошин выйдет на неуловимую Ларису. Следы большие. Что мы имеем еще? На ноже, которым ранен Карпов, отпечатки пальцев некоего Таранца Юхима Станиславовича, в прошлом трижды судимого. До свидания. Клички Цыган, Зоря, Черныш. Черныш? Да-да, Черныш. Но с момента наезда на Торчинского прошло двое суток. И всего этого недостаточно. Откуда этот рисунок?
Я же вам говорила, Константин Иванович, это план личного участка Дроздовских. Необходимо позаботиться о строгой дезинформации преступников. Состоянием здоровья Карпова интересовались, Николай Ильич? Трижды. Сидеть, сидеть. Им отвечали, что состояние крайне тяжелое, а в холле больницы он в списке тех, кому доступ разрешен в любое время. Откуда звонили? Все три раза из телефона автомата. Голос мужской, похоже, что один и тот же. Значит так, Татьяна Семеновна, соберите сведения обо всех бывших владельцах дачи, если таковые имеются. Хорошо. Николай Ильич, обеспечьте круглосуточное наблюдение за дачей Дроздовских. Ясно. И сбрейте бороду, пора уже. Слушаюсь, Константин Иванович. Все свободны. Так, значит, у Дроздовских в субботу. В небо не дыша, ох, не дыша, и вижу, как летит воздушный шар, а ты стоишь в корзине и печально машешь мне. Кто же знал, что шар наш вдруг вырвется из рук, вырвется из рук. Эй, милая, ты не сердись, ты остановись, ты спускайся вниз. Но ты меня не слышишь, ты летишь под облака. И мчусь я за тобой, дорогою крутой, через шар земной. Но видно, мне не хватит сил на марафон. Эй, милая, ты не сердись, ты остановись, ты спускайся вниз. Но ты меня не слышишь, ты летишь под облака. И мчусь я за тобой, дорогою крутой, через шар земной. Но вам придется выйти со мной. Может, сначала объяснить, зачем? А затем, что интеллигентные люди так на незнакомых девушек не смотрят. Так, как насчет выйти? Молодой человек, если вас удовлетворят мои извинения, я приношу их в память. Ну, действительно, я принял вашу девушку за знакомую, я ошибся, виноват, вы правы. Извините, спасибо. Зоя, молодой человек ошибся и извинился. Папиросы ваши. Смотрите, у самой эстрады блондинка сидит. Одна из всех самых и есть. Простите, можно вашу даму пригласить? Пожалуйста. Можно? Хорошо танцуете, но только не модно. Не модно. На модно, может, дыхания не хватить. Это у вас-то? Да вам в марафонскую бежать. Ну, если за вами, то готов. А мне кажется, я не первый раз вас здесь вижу. Вот недавно с приятельницей какой-то приходили. Энергичная такая, темные волосы. А, окрашенная, Лариса. Это моя подруга, мы вместе работаем. Да? Ну, я надеюсь, работа не пыльная. Не пыльная. А вы где трудитесь? Я в сфере обслуживания. Торговля. О, это видно.
Простите, девушка, можно к вам присяду? Чтоб не скучали. Перебьешься. Я делегацию жду. Пить в одиночестве, да еще крепленное вино. Это ведь верный путь к алкоголизму. А я не против коньяка. Возьми, ты ведь богатый. Ха-ха. Какие нехорошие слова. В нашей стране нет бедных и богатых. У нас все трудящиеся. Особенно ты. Что вы хотите? Пожалуйста, бутылочку коньяку, фрукты, ну и сладенькое. Все? Ну, зачем вызывала? Соскучилась? Или деньги нужны? Ты за что того парня, с которым я по твоей просьбе в ресторане познакомилась, в больницу отправил? Сам сказал, что хочешь встретиться с ним по делу, а он теперь лечится. А откуда ты знаешь? Вообще-то объяснять я тебе не обязан, но так, по старой дружбе скажу. Мальчонка должен был, а долг не отдавал человеку одному. Ну, теперь есть время полежать, подумать. И тебе надо подумать, как дальше себя вести. А я думала. Долго думала и решила. Хватит с меня наших совместных радостей. Мне бы попроще чем-нибудь. Сними очки, я уже забыла, какие у тебя глаза. А я думал, у меня есть верный друг. Вот запомни, заявишь в милицию и убью. Ты меня знаешь. Нежность моя. Сделаю одолжение. Хорошо. Это тебе расплатиться. Спасибо за любовь и Из Ереван, зал прибытия.
У стойки 20. Производится регистрация билетов. На рейс 3574, Ольги, Красноярск. Мастера спорта Польской Народной Республики начнут показ зрелищного аттракциона «Автомотрю». Ковалевой подошел некто Куриленко Леонид Александрович, бухгалтер 36-го треста. С Ковалевой, по-видимому, не знаком. Увидел красивую женщину, вот и забилось ретивое. Но проверять мы его продолжаем. Затем к ней подошел другой человек. Это Косов Николай Григорьевич. Работает фотографом по договору в экскурсионном бюро. В Ленинграде недавно женился. Прописался на площадь жены. Жена геолог, сейчас в экспедиции. Он подсел к Ковалевой. Вот они вдвоем. А разговор у них довольно напряженный. Есть он и в ФАС. Значит, Косов, говоришь? Да. Задержись. А без очков есть фотография? Есть. Давай. Вот он крупно, без очков. Давай дальше. Лебедева. Да-да. Да. Константин Иванович, получена справка, что дача Дроздовских раньше принадлежала Брунову Борису Леонидовичу. Так вы проверьте в информационно-вычислительном центре, нет ли у них чего на этого Брунова. Угу. Thank you.
Брунов Борис Леонидович, 1939 года рождения. В 1975 году осужден на 8,5 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима за спекуляцию валютными ценностями в крупных размерах. В 1976 году бежал из колонии. Объявлен во всесоюзный розыск. Фотографии Брунова Бориса Леонидовича приложены.